Наконец-то я разобралась. Это съедобные мухоморы. Это, сейчас скажу, жемчужный мухомор. Он отличается от пантерного тем, что у него неровные пупырышки. У пантерного беленькие пупырышки. А это неровные, грязные всякие такие. И я один срезала, вот этот вот, где-то он потерялся у меня. Я вот этот срезала недалеко. Он розовеет. Внизу тоже розовенько. Меточки розовенькие. И червоточины у основания ножки. Все это в нем было. Такие очень красивые. Но я на этот раз рискну. Если больше видео не будет на канале, значит, оказалось, что это не жемчужные мухоморы и несъедобные. Но я знаю точно на 100%, что это жемчужные. И я их обязательно приготовлю. Пахнут они вкусно. И растут они красиво. Бывает вишневого цвета. Он уже розовеет. Вот здесь вот розовенький. Где-то моль поела. Ну, не моль, улитка какая-нибудь. Ножка у него вот такая вот. Ножка у него краснеющая. Сейчас я эти срежу. Вот. Ножка хорошая. Красивая. Сейчас покажу. И вот у них внизу на срезе будут червоточины. Нет, этот гриб очень даже хороший. Ну-ка. А этот? Ну-ка. Пахнет хорошо. Надо разобраться получше. Так, что, манжетка у нее есть? Да, у нее остатки. Остатки покрывала в этом грибочке есть. Пленочка под макушкой. Но он краснеющий, краснеет вот. Мухомор. Сейчас буду разбираться с червоточинами. Посмотрю. Вон там еще какой-то растет. Но тот уже несъедобный, тот я точно брать не буду.